почему наших дедов-то мы не защитили? Вот как они могли это взять и раскурочить, увезти? На тот период времени у нас, во-первых, районный прокурор был, мы а писали, это его зона ответственности. Посылали подальше. Все. Вы дайте мне все написанное вами. Я найду. Это-то вообще у нас и вандализм, и статья. Посмотрите, здесь фамилии, как они имели право-то взять и этот мемориальный комплекс, Валерий Васильевич. Ну, посмотрите, это здесь же стела погибшим, да. Здесь там список. Там Мамаева, курган. Конечно. У нас же было. Ну, сами задумайтесь. За вандализм, а по-другому здесь не назовешь, должны быть наказаны. Вот и все. И вот именно за это, вот кто давал поручение, кто не отреагировал, хотя обращение есть, сейчас посмотрим, чьи фамилии стоят, кто главой района был, вот это все надо однозначно нам взять и обсудить. Это не просто деградация, ничего святого нет. Это те люди, кто погиб, наши близкие. А внуки, правнуки, свиньи самые настоящие выросли. Взяли и все разрушили.